В поселке Барвиха в 2023 году откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будут бассейн, зал художественной гимнастики, а также универсальный спортивный зал для игры в баскетбол и футбол. Рядом с комплексом проведут реконструкцию хоккейной площадки, которая получит новые трибуны и раздевалки. Старый ФОК был построен еще в 1980 году и уже не соответствует современным спортивным тенденциям.